Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Гусанёк, Кисми, Угабуга, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем пацаны, ОЛТВ. Все ждали ролик, когда будем записывать аниматроники Бугает Охранника, но сегодня мы сделаем немножко по-другому. Аниматрониками будут управлять искусственный интеллект, и они здесь не телепортируются, а ходят. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Смотрите, что я сделал. Я поставил всем аниматроникам режим хард. И мы начнем сразу с третьей ночи. Мы же, пацаны, уже натренированные, правильно? Да. Ну все, сейчас мы пройдем. Я думаю, что на режиме харди они нам дадут сейчас хорошо просраться. И я уже надеюсь, что вы прямо сейчас влепили лайкосик. Кто не подписан, подписался. И залетайте обязательно на наш дискорд, пообщаемся. Или можно даже попасть к нам в ролик. Опа, смотрите, Чика уже пошла. Вы же готовьтесь, что еще и Фокси может открыть свои ворота вонючие. Я на Чику надел колпак. Можешь к ней подойти? Она ж не убивает, ты помнишь, что она здесь не может убить? Колпак с ней идет. Ну, о! Кстати, а раньше такого я не обращал внимания. Нати. Да я пошутил! Начинаются приколы нашего городка, блин. Главное, что пацаны во все верят. Только Чика пошла. Смотрите, она что-то быстро стала ходить. Быстро. Фокси! Фокси! В офис кто-то, Фокси. Давай, в офисе, если что, будешь закрывать дверь, я скажу, когда он уже бежать будет. Давай, давай. Пока мисс просто шторки открыл свои. О! Надо пиццу ей вот засунуть. Если мы сейчас эту ночь пройдем, я сразу поставлю максимально сложный режим и шестую ночь. И мы его не пройдем. И мы... Да. Мы ж помню прошли, помните? Все ночи, шестую даже мы прошли. Ну, это у нас была... У нас была тактика вообще до камер не подходить. Да. Так, Чика... С левой стороны идет. Ну, с Санька стороны это правая, да. Да. И на ней до сих пор этот колпак. Кстати, он сейчас ровно лежит уже на ней. Так, Фокси поет. Я вам колу несу. Неси, неси пацанам колу. Я буду наблюдать за этими аниматрониками жесткими. Тань, держи. Так, получается, она сейчас... А, она сейчас в камеру смотрит. Сейчас она, получается, должна пойти вот сюда вот в угол. Да, да, да. Ну, она может и развернуться. Вы же помните этот прикол? Она рандомно ходит здесь. Да. Угу. Но я на всякий случай все равно закрою дверь. Эту ночь дверь одинаково невозможно пройти. Тут всегда полный рандомайзер. Так, вроде в туалет пошел. Ну, это по старой схеме. Давайте мы его закроем. Все, чтоб не воняло аниматроническими отходами. Так, сейчас, по сути, Фокси должен уже показать свою голову. Вот. А вот все. Так, он уже готов бежать. Готовься левую дверь, если что, закрывать. Я скажу, буду орать со всей силы, чтобы ты не успел закрыть ее. О, блин, музыка включилась. Отвлекающий маневр от аниматроников. Так, ты уже закрыл, да, правую дверь? Да, чтобы на всякий случай. Правильно. Так, ждем Фокси. О, ты тоже ему колпак одел? Давайте посмотрим, да. Если он будет потом телепортироваться, он с колпаком это будет делать? Вот это, кстати, эксперимент. Надо и на Бонни надеть колпак. Надо всем, да, подевать? Это же день рождения у всех. Так. Чика уходит. Фредди с колпаком. Все, открывай калитку, да, все правильно, Гусанёк, красавчик. Так, тоже. Ой, нет, вот она. Стоит. Возвращается? А, блин, смотри, хочет еще атаковать. Так, Фокси, готовься, Гусанёк. Да. Фредди идет слева. Только свистните. Хорошо, я буду орать. Он должен побежать. Так, Фредди стоит. Все колпаки. Кому еще колпак не одели? Эндоскелет. Даже Бонни одели колпак. Молодцы. Надо кекчику одеть. Все, она, да, она уходит. А Фредди? А Фредди стоит. Стоит, ждет еще. Так, Фокси что-то долго стоит. Ну это же третья ночь. Хотя режим хард стоит. А мы, может, смотрим на него, поэтому он... Вот он бежит! Да, закрывай! Побежал. Фух, все, есть. Все, сейчас электричество немножко украдет. Воришка такой. А, нет, с него колпак упал, блин. Да-да-да, он резко побежал. Он, смотри, физически они существуют. Потому что колпак двигался от его ног. Советую на камеру с Фокси поставить, чтобы он не так часто бегал. Так. Да не, Фредди стоит. Так с каждым разом, когда он прибегает, он больше энергии ест. Надо ему подножку поставить. Что-то положить. Скажите, из пропов. Скажите, когда Фредди уйдет. Хорошо. Так, я пиццу кушаю. Пока мисс стоит. А камеры мы не чекаем, да? По старой схеме работаем. Да. Я даже на кексе колпак надел. Красавчик. Эй, по голове. Я забивать ей буду. Фокси, короче, расстроился. Стоит там, песенки поет. Фредди ушел, походу. А да, вот он уходит. А чё Бонни не идет? Бонька. А по смеху. А он уснул. Так, Фокси открыл свою шторку. Бонни пошел. Опять? Ну, мужик, ну прекращай, ты же энергию всю украдешь. О, Фредди опять Фредди идет. Что ты заладил?
А что написано у Фокси? Sorry, out of order. Извините, не работает. А, я вижу, как он не работает. Каждые 5 секунд ходит. А у него нет пасхалки, типа, it's me? Так. Не знаю. Так. Ну, у меня сейчас была пасхалка it's me на этом, на камерах. А. Так. У него на табличке этот текст меняется. Дай так, пиццу. Идет Чика опять. Они что, сейчас будут чередоваться с Фредди, что ли? Надо пиццу ей дать, чтобы она успокоилась. Я иду с Бонни договариваться. Бонька, привет, а где гитара твоя? Ты же с гитарой был. А, она уже стоит здесь. В карман убрал. Точно. На, кушай. О, пошел. Фокси открыл уже опять штору. Надо внимательно за ним следить. Деревянная пицца. Нет, она не деревянная, просто засохшая. Просрочка. Ай! Ой! Тихо! Блин, чуть-чуть бы меня замочил. Все, мы прошли, ребят, но это было лайтово. А че так легко? Ну все, пацаны, готовьтесь. Я лечу вам делать, ну и себе тоже, очень сложную ночь. Давайте мы сейчас поставим экстрим. Как бы мы, ребята, уже прокаванные, нам это уже не страшно. Так. Я все включил? Всех. Теперь я буду в офисе. И включаем, и знаете, какую ночь? Давайте не шестую, а пятую. Желтую, ты будешь на камерах. Шестую мы точно не пройдем, это 101%. Если мы сейчас пройдем эту ночь, то это реально респект нашей команде. Это одна из лучших собранных команд в мире будет. Это киберспорт, можно... Короче, как сюда. Киберспорт по ФНАФу. Блин, ну это круто будет. Дима, бери, тут наша зарплата. Чика пошла. Чика. Опа. Даже минуты не прошло, она уже ходит. Что-то резко пошла. Вот, смотри, Дима, это наши деньги. Вы что тут делаете? О, давай. О, у меня на камерах и СМИ. Я тут положу. Да. Потом заберем, купим себе мороженого. Там такая стопка ДБЛ. Ой, чего они ходят? Ого, они быстрые. Это экстрим, ребята. Самый жесткий режим из всех. Что-то они на время пошли. Фокси. Открылся. Он сейчас будет намного быстрее стартовать, готовьтесь. Я тут. А, все, ты стоишь. Давай я с тобой немножко здесь повыживаю. Так, камеры мы не чекаем. Слева камера не... только на Фокси, чтобы его задержать. Блин, хоть бы я успел закрыть. А слева никто не... Так, отойди от камеры, отойди. Не трать энергию, он же будет сейчас приходить воровать. И он может за ночь это сделать, ну сколько, раз 4, может 5 это сделать, и вся энергия улетает. Если улетающим на камере смотреть, то он реже будет приходить. Да? Готовится. Готовится, скажешь, когда будет бежать. Ой. Он застрял чуть-чуть в конусе. А он по звуку можем услышать. А вот все. Не, лучше Бонни, на всякий Бонни, случай. Бонни. А нет, вот Бонни. Чика, он там ходит что-то. Уже час, так, отлично. Так, Фредди. Фредди. С левой. Фокси. Я закрыл. Хорош. Так. Фредди встал. Бонни идет. Воришка. Чика идет. А! Чё ж ты такой быстрый, блин? Блин, хоть бы он долго не стоял, и мы не слились. Не хотелось бы этого. Хоть две. Блин, ну там трещит. Ну тут можете открыть, да. Он тут стоит, вот он. А, он понял. Пару секунд стоит, уходит. Не, он же может потом атаковать возле окна нас. Он вот здесь вот будет, возле окна. А, нет, возле двери вот здесь стоит. Скажите, когда он будет уже идти. А Чика пошла, Чика встала. Спокойно. Очень напряженный момент, очень. Закрывай. Так. Ну видишь, они как-то не прям долго стоят. Чуть-чуть постояли, уходят. На экстриме что, получается, они быстрее двигаются и при этом быстрее уходят от нас? Может быть. Блин, энергия садится. Ну не надо, уходи, Бонни. Куда? Ты что ты делаешь? ОлТВ, ты что? Не делай так больше никогда. Чуть не всрался, ну нафиг. Игрок, блин, давай я буду за левой следить дверью, а ты за правой. Фокси готовится. Фокси готовится. Опять? Да что ж ты за человек? Ой, что ж ты за аниматроник такой? Он сейчас побежит, наверное. Блин, Федя. Кашка, надо закрывать, я готов. Угу. Блин, опасно. Бежит. Закрыл. Смотрите, как энергия сейчас отбавится. Так, пройди ушел, Чика осталась слева. Так, Чика, чё ты так долго стоишь? А, на кекс смотрит, что стоит у нас на мониторе. Думать, это мой кекс. Все, открывайте, ушло. Все отлично. Пошка. Вот это напряженно. Так,
Атакуют они нас хорошо. Сейчас, да, Бонни опять ко мне придет. Вот это он быстрый. Шурует. Фух, слава богу, не сюда. Но он такой может сейчас развернуться и на меня пойти. У него ума хватит обмануть так, нас. Так, Фокси опять шторку открыл. Так. Короче, половину ночи мы прожили, мы красавчики. Камеры глючат. Так, ну он еще нас не на стартовой. Так, Бонни пошел. Как ковбой ходит, вы заметили? Прикольная стоять, походка ковбой. У него. Стоять, ковбой. О, вот так можно сделать, чтобы было лучше все видно. Фокси вышел. Так, Фокси готовится. Так, я готов кнопку жать. 4 часа ночи. Кайф. Отлично. Только, правда, энергии, наверное, у вас там мало. Нет, много энергии. Очень. Ладно. Так это пятая ночь экстрим, почему так? Не знаю. Не знаю. Так, ждем. Так, Бонька идет. А, нет, он в кладовку зашел. К вам Фредька идет. Я знаю, ее по смеху определяю. Фокси бежит. Фокси побежал. Ух. Ну все, он должен... Ну, успеет еще один раз побежать, скорее всего. Успеет, он псих. Блин, как-то спокойно. Я думал, будет тяжелее намного, а нам не сильно и тяжело. Ай. Да что ж! А, бьет! Блин, а Боньку пропустил, как он меня не убил? Так, пока не закрываем. Пока не закрываем. Оно уже будет только двигаться в эту сторону, сразу закрою. Металлически. Так, Фредди, а Чика пошла, остановилась. Так, вы за Фокси наблюдайте. А он закрыл шторку, он не выставил. Хорошо, отлично. А вот открыл. Все, закрывай, закрывай, закрывай. Ух! Ол-ТВ, до двери не подходить. Вот ты очень стрёмный парень. Закрывай! А не, не закрывай. Кексик. Ну что ты делаешь, Ол-ТВ, ну зачем? Ну блин, сольемся, надо пройти эту ночь. Что за приколы у тебя? Ой, все, все, открывайте. Бонька ушел. Энергии у нас меньше половины. А Фокси готовится. Фокси готовится. Так, я возле кнопки. Я в него колу, если что, кину. 5 часов, ребята, сейчас мы еще одну ночь пройдем. Мы какие-то психи сегодня, что ли? Да. Мы смогли это сделать! Все, ставлю самый сложный режим, который есть в этой игре. 120 баксов. 120 баксов. Нормально, это каждому или на всех? На всех. Ну тут пишут на одного. А, да? А на кого? Да. Ну ладно, поделим. Все. Я разозлился очень сильно. Так, какие тут еще есть режим? О-о-о-о. Смотрите, что будет сейчас написано. Ого. Седьмая ночь на экстриме. Фокси пока калитку держит закрытой свою. Не боишься ее? Не. Правильно и делаешь. Опа, Фредди. Так. А чё Чика не идет на кухню тарахтеть тарелками? Или это в первую ночь она обычно делает? Так, я иду в офис. Может, настроения нету. Может, не голодная, наверное. Так, зачем ты закрыл? Энергию давай экономить, мы должны пройти эту ночь. А! Блин, да так же ж можно... Вот это я дернулся, что ж ты там делал? Должна ж Чика там была бы. А! Ого. Это было очень близко. Вот это они передвигаются здесь, как у себя дома. Так это и есть их дом. Это наш дом. Я гитару Бонни украл, все это моя теперь. Так, а куда он пошел? В мастерскую. Ой, я дверь закрою. Давайте проверим, как он откроет дверь или через нее пройдет. Вот это интересно будет. А если я гитару ему вот так вот сделаю? Давай. Вот так, Фокси открыл шторку свою. Готовьтесь. Кто-то в офисе есть? Да, я. Красавчик, молодец. Чика пошла с левую сторону. А, смотрите, сквозь гитару прошел. Ну, дверь открывает, кстати, это очень прикольно. Реалистично. Так, идет. А, да ё-моё, ну зачем? Ты видел ли, что он сделал? Он просто меня замочил и ушел. Да, он замочил тебя так, типа, и все, и пошел, как ни в чем не бывало. Вот хитрый жук, блин. Это я испугался сильно. Так, опа. Counter-Strike. У него глаза такие черные. Так, идет на правую дверь. Сразу два аниматроника притом идет. Так, Бонька стоит.
Давайте поможем немножко. Я чувствую, ЛТВ сейчас сольется и скажет, вы мне не помогали, я один здесь был. Да. Ты так дверь открываешь, когда аниматроник хочет... Открывай, Бонька. Да, вижу. Так, к двери не подходить, ты понял? Фредди подходит, Фокси побежал, но он застрял. Так, Чика сразу его сменила, представляете? Что тогда освободить Фокси, пока Скайн бежит? А что, он забагался? Да, он забагался. А ну стой, только не делай ничего, хочу посмотреть, как он это... Баг поймал. Майкл Джексон. Он гуляет. Бунная походка. Да не, давайте удалим. Пошел. Щено. Стой! Закрой все, закройте дверь, закрывай дверь! Обманул. А вы не успели ему сказать, наверное. Как это не успели? Он в... Он АФКшит. Ох, и ОЛДВ. Мы могли. Вы смогли бы пройти. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока!